Бокер тов, дорогие друзья, доброе утро. Начинаем наш пятый урок по недельной главе Торы Трума. В книге Сефер Хахинух содержится перечень заповедей. В главе Трума у нас три заповеди. Две заповеди предписывающие. Предписывающее означает «делай», и одна заповедь запрещающая. Первая заповедь предписывающая – это строить храм. Вторая заповедь предписывающая – возлагать хлебы предложения на стол в храме. А запрет – в кольцах ковчега должны быть шесты, нельзя вынимать их оттуда. Вот у нас эти три заповеди есть. Очень интересно, что мы дальше читаем в Торе, когда собираемся в путь, написано, что вправят шесты его, или направят шесты его, переводят это, какое-то действие. То это удивительно, здесь запрет, а там Тора говорит вправить. И наши мудрецы рассказывают, что были еще дополнительно декоративные какие-то шесты, есть такое мнение. Или какое-то действие, это связано с тем, что нужно было просто шесты поправить как-то. В общем, не очень понятно нам это все, но есть такие вещи, которые нам действительно не всегда понятны. Теперь продолжим наш текст. Мы с вами разобрали ковчег, мы разобрали стол, минору. Теперь описывается заповедь сделать полотнище, потолок храма. Написано, что сделай этот потолок из 10 полотнищ. Полотнища должны быть из голубой шерсти, багряницы, черницы и льна, скрученных вместе. То, что нам в быту категорически запрещено. Это выше нашего понимания, что одежда из смешанной ткани, шерсти и льна, пусть не покрывает тебя. Здесь Всевышний специально предписал это сделать. Брали по 6 ниточек голубой шерсти, 6 ниточек багряницы, 6 ниточек черницы, 6 ниточек льна. И ткали из этого покрытие шатра. 28 локтей длина одной полосы, 4 локтя ширина одной полосы. Если представить себе, что локоть 50 сантиметров, то это получится где-то 14 метров на 2 метра, чтобы мы могли себе это представить. Такие полосочки. Что интересно, что на полосочках были вытканы изображения кругов. Не вышиты по готовой ткани, то, что будет, когда мы будем изготавливать полог при входе во двор и при входе в шатер, а именно выткали, более сложная работа. И 10 полосочек соответствуют 10 заповедям, которые мы получили на горе Синай, которые были на скрижалях каменных. 5 полосочек соответствуют 5 заповедям, которые находятся на одной скрижали, отношение человека и Всевышнего. И 5 полосочек, которые находятся на второй скрижали, отношения человека с человеком. Всевышний сказал сшить 5 полос отдельно и 5 полос отдельно и поставить петли, 50 петель на краю одного полотнища и 50 петель на краю другого полотнища. Интересно, что петли из самого дорогого, из голубой шерсти. И изготовить 50 золотых крючков и соединить полотнище, и станет полотнище шатра сплошным. И это можно себе представить. Наши мудрецы говорят, можно представить себе синее небо, красивое, и на нем эти, как звездочки, эти золотые крючки. Они не маленькие, потому что, чтобы соединить такое полотнище, должны быть крепкие крючки. Золото не такой твердый металл, чтобы можно маленькими крючками соединить. Значит, должны быть
довольно больших размеров. В общем, это очень красивое было все. Можете представить, голубое небо, синие крувы на нем, как детки с крыльями, и вот эти вот крючки, как звездочки. Просто смотрелось все великолепно. И переходит это все в золотые стены. Это невероятно себе представить даже такую красоту. Это сплошное полотнище покрывало весь шатер. Потом написано, что сделай полотнище из козьей шерсти. Это полотнище длиннее. Там будет состоять оно из 11 полос. И они длиннее полотнища из смешанной ткани на 2 локтя. Если 28 локтей ширина полотнища, которое мы ставили на потолок, то покрытие будет у нас 30 локтей. То есть оно будет на метр длиннее по нашим подсчетам. То есть оно будет 15 метров шириной. Вот. И здесь мы сшиваем 5 полос и 6 полос. 5 полос соответствует 5 книгам письменной Торы, а 6 полос соответствует 6 разделам устной Торы, Мишны. И вот когда мы соединяем эти полотнища, соединяем их медными крючками, 50 медных крючков соединяет их, то оно становится сплошным, то есть без устной Торы письменная Тора не работает. Письменная Тора не все нам объясняет. Нам не так легко это все понять, если читаем письменную Тору. Не были мудрецы, как Раби Акива, который был такой мудрец, что мог из птичек, которые находятся над буквами, вывести законы. Но не такие мы мудрецы, поэтому нам необходима устная Тора, и без нее мы не можем. И наши мудрецы пишут, что первично сама устная Тора. А письменная Тора – это конспект, который Моше записал. Все остальное Всевышний передал устно. Следующее покрытие было из шкур бараньих, окрашенных в красный цвет. И последнее покрытие, крыша, была из шкур тахашей. Что такое тахаш? Мы точно не знаем. Мудрецы пишут, что был единорог цветной кожей. Есть разное мнение, что это за животное. Мы сейчас не будем все это разбирать. Но то, что это было красиво, великолепно, храм смотрелся так, что трудно себе представить эту красоту. Это точно мы знаем. Вот так вот. В Торе есть еще слово тахаш. Есть имя человека, он двоюродный брат Ицхака, племянник Авраама, сын Нахора Ариумы. Вот его звали Тахаш. Почему, мы не знаем, но во всяком случае вот какая-то вот есть у нас, возможно, это подсказка, но мы не знаем. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Наш урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Пел бат Соня Сура, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мира, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, за хороший шедух Арона Рия бен Двойра, Денис бен Нахум, за хорошую работу, Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Сегодня у нас будет урок в скайпе в час дня. Мы будем читать всю главу. И обязательно не забывайте подписываться на канал, включать колокольчик, ставить лайки, пишите отзывы, хорошие и негативные, какие хотите. То, что на душе. Это очень важно, что мы продвигали изучение Торы, и свет опускался в этот мир. Всем всего самого наилучшего.